Так, дорогие друзья, я чувствую, вы устали немножко от самолетиков, от моих, поэтому давайте мы отвлечемся, сделаем колечко с бриллиантом. Я его взял, естественно, вот отсюда, вот он диамант, и вот бриллиант стоит. Но к нему надо сделать такой, знаете ли, фу-фу-фу, оправу, не оправу. Так, давайте мы возьмем сейчас цилиндр. Вот цилиндр, да? Ему будет 20 вертиклов. Высота такая пока, пускай будет. И он встал не там. Почему? Потому что у нас пивот не там. Когда мы поставим пивот на место, все станет там. Так. И, значит, цилиндр. У него 20 граней, видите? И 1 метр. 28, 0,28, вот это. Я думаю, что его надо немножечко побольше сделать. Сейчас, секунду. S по Z. Вот так вытянуть. Вот так. А теперь пойдем в объект мод. Выйдет, вернее, мод. Выделим вот эту штуку и скажем face. Ok, face. Вот так он разделил. Так нам надо. И сжимаем вот так. И далее выбираем 3 через 2. Раз, два, три. Через 2. Раз, два, три. Поэтому у нас 20. Раз, два, три. 4 за 3, 12. И плюс 2 на 4, 8, 12. Плюс 8, 20. Ну, чтобы вы знали. Так, далее мы можем с вами теперь спокойненько это дело Е и потянуть вверх. Наши такие штуки, да? Но так она неправильно. Значит, мы ее сейчас вот раздвинем. Так вот, пока что. Да? И так как я не научился до сих пор уменьшать это по... То есть, вот, понимаете, я могу выбрать все. По идее, я должен вот здесь сказать, что это вот по нормалям. Да, нормально, выбрать S и начать сжимать. Но ничего не получится. Поэтому оставим на глобалях. Не знаю, когда-нибудь научусь. А сейчас я вам скажу так. Так, стоп. Мы выберем с вами вот полигоны, придется по отдельности. S. Сжимаем. И вот здесь говорим 257, допустим. Это не обязательно, я просто методом тыка выбрал 257. Так, что такое? Раз, два, три. Я что-то поделал не то. Скорее всего. Скажем, R30. 0, вернее, точка 3. Точка 3, и он будет так. Но если мы каждый будем так делать, это с ума сойдем. Поэтому вот так. Ctrl-C, Ctrl-V. Есть. Вот он сделался так, да? Здесь то же самое. S. Сюда. Главное двинуть, а потом уже поправить. И последний. С. Двинули. Поправили. Вот так. Видите, вот такая штука у нас получилась. Так, и теперь мы можем сделать следующее. Тут уже мы все выберем. Вот эти грани все выделим. Так вот. Потянем их наверх. С помощью не потянем, где. Да?
и чуть сожмем в круг. Вот так. Вот такие захваты сделаем, да? Так, теперь после этого мы с вами сможем сделать следующее. Вот тут вот выберем, тоже скажем Е, ну это на глаз можно вот так где-то, да. И вот эти выберем. Сейчас он сорвется. Так, и теперь Edge, говорим Bridge. Одно все-таки какая-то странная получилась бриджа. Так, давайте сделаем, чтобы я смотрю, тут что-то не так немножко, да, поэтому мы сейчас скажем L. Вот так. Alt-M. Скажем, дистанцию. Вот 23 вершины, видите, удалились. Это уже радует. То есть, когда мы видим, какая-то гадость происходит, сразу сюда. Теперь Face Edge Bridge. Все. А, тут был выделен еще один. Зараза. Edge Bridge. Вот так, все красиво. Далее давайте мы сделаем следующее. Мы пойдем Sub-Device. Surface. Вот так. Скажем, здесь три, чтобы видеть, на что на самом деле происходит. Так. Далее вот здесь Ctrl-R. Опускаем сюда. Здесь еще Ctrl-R, но вот только вот так, сильно не надо, то еще на заломы начнутся. Так. Да. Так, ну, мы можем еще с вами вот что сделать, ребят. Сейчас. Это слишком мягко наверху мне, для меня. Возьмем сейчас. Так. Дальше. Выберем их все. Потому что опыт подсказывает, что оно срабатывает. То есть, если мы вот так делаем. Не та. Вот это. А это не нужна нам. Выделили. Ну, еще одна. Еще одна. И теперь скажем Ctrl-B. Достаточно, наверное, было. Так. Таким образом она у нас получилась. И давайте теперь посмотрим, нужно ли нам вот тут Ctrl-R. Да, вот. Вот этот. Давайте сделаем для красоты Ctrl-R. Как бы, ну, больше так вот в сгиб обозначивает. Ctrl-R. Здесь. Так. И Ctrl-R. Здесь так. Так. Тут я не знаю, честно говоря. Конечно, это пусть так вот будет.
Единственное, что я вот думаю, что вот эту часть, вот эту, мы сейчас сожмем. Вот так. И вот эту часть чуть тоже сожмем. И получим вот такую державочку. После этого объект, да, мы можем сказать shadesmooth, опустить наш Dobby вниз, GZ, и, конечно же, его немножко сжать вот так наверх. Это вот так вот сейчас очень правдоподобная такая, да? То есть она выступает, это я специально сделал такую. Теперь давайте займемся кольцом. Ну что в этом случае может быть проще кольца? Только цилиндр. Ну теперь мы сделаем. Давайте сделаем 34, как это всегда бывает. Здесь сделаем побольше, пошире, да, вот так. И здесь, кроме метра, вот так сделаем и перевернем на 90 градусов по X, да? А, не, надо было по Y. Да и вообще не по Y, это по Z. 90. Вот так, да? Так, хорошо, больше нам не нужны. Смотрим сюда. Да, сместилось, конечно. Так. Не уследил. Ну, ничего страшного. Вот здесь оно у нас должно быть. Так вот стоять оно должно. Так. Смотрим, какой ширины нам надо. Посмотрим, сейчас посмотрим. Или же мы сделаем вот так, смотрите. Мы выделим сейчас, вот что мы сейчас сделаем. Мы можем сделать так. Мы выберем вот этот и вот эту грань. Да? И теперь... Нет. Мы выберем сначала эту, скажем, rotation. Чуть-чуть вот так. Насколько? На 2,29. И этот. Rotation минус 2,29. Вот так. Да? И хорошо. А теперь можем вообще это дело раздвинуть. То есть по оси. S по оси X. Вот так. Вот так сделали. Красота. Дальше. Идем сюда. Объект. Вот. Выделяем. Ну что такое? Вот этот и вот этот. И делаем это самое. Дудун. Дудун это значит. Вот. Вот что значит дудун, чтобы вы знали. Вот так, это вы, наверное, не знаете, что такое ду-дум. И говорим, что each bridge. Вот. Так вот мы сделали. Я чувствую, что что-то тут немножечко побольше надо, мне кажется, объект. Вот этот колечко теперь еще побольше сделаем. Или это поменьше. Одно из двух. Так, чуть меньше давайте сделаем. Вот так. И опустим его. Я специально сделал, чтобы она походила на корону, понимаете? Хотелось бы так Z. Немножко притопим здесь. Это мы сейчас скажем modify subdivide. Смотрим, как на самом деле она выглядит. Выглядит вот так. И в принципе, ребят, мы можем уже сказать,
вот сюда выдавить и сказать вот круглая. Все, у нас она закончена. Так, единственное, что давайте посмотрим сверху и вот поправим. Видите, оно как-то не так, как мне нужно стоит. Посему разворачиваем S по оси Z. Ой, не, rotation, ребята, rotation, конечно, по оси Z. Вот так разворачиваем. Получаем вот такое колечко. Отлично. Вот это можно было оставить, но если мы захотим, можем отсюда еще парочку таких закругляшек сделать. Но пока я такой, что давайте мы это оставим. Так как есть. Мы обещали простенькое сделать. Мы простенькое сделали. А остальное это уже навороты, ребят. Остальное это уже навороты. Вот так. Все. Теперь, что мы делаем теперь? Мы идем в... Убираем здесь камеру. Потому что мы не здесь ее будем делать. Свет удаляем. Дубе, цилиндр и этот цилиндр. Этот цилиндр и этот цилиндр. Мы можем их соединить, потому что мы не собираемся их делать разного цвета металл. А, то есть я сейчас скажу, что так, объект, где join, вот они соединились. Теперь мы их выделяем две. Идем. Успех надо сохранить. Просто сохранить. Я назову Доби. Доби. Так. А здесь мы сохраним тоже. Теперь мы скажем экспорт. И скажем экспорт нам надо OBG. Где мы находимся? В Blender файле нет. Ну, почему нет? Blender файл. Давайте вот сюда Adobe. Запомнили, в Blender файле это все находится. А, кстати, не обратили внимания, да? Когда мы его сохраняли, вернее, делали экспорт, да? Вот это вот всего. Вот тут важно. Я забыл вам показать экспорт. Вот, видите, вот это нам надо 3 как минимум. Поэтому сделаем сейчас Добби 2. А я думаю, откуда у меня Добби? А это из Гарри Поттера. Там же этот был такой милый, на Путина похожий. Чучело. Так, хорошо. Есть. И теперь мы пойдем уже капитально вот сюда. И скажем импорт. И Blender файлы. И сейчас мы не найдем его. Вы запомнили? А, вот он, Добби, все правильно. Добби 2. Вот он, появился наш Добби 2. Здесь с ним, в общем-то. Так. Глаз. Не знаю, просто возьмем базовый какой-нибудь, потому что у меня не идет почему-то вот этот. По идее у нас должен быть не глаз, у нас должен gemstones, вот кристалл, допустим, да? И если я сюда кину, нет, в этот раз он сработал, все хорошо. А, и у нас кристальное получилось кольцо, но мы же умеем с этим прощать. Так, вот сюда, видите, вот стол кристалл, я то есть потащил все, и так получилось. Мы идем в металл и говорим, платина, мне платина почему-то, платина больше нравится. Платин, вот, и вот сюда кинем. Он говорит кристалл. Да нет же, надо переписать.
Вот так. Прекрасно. Что мы можем? Мы взяли же полиш, да? Да, полиш взяли. Но мы можем пойти в материал, вот этот полиш. Мы можем сделать, где-то должно быть текстура. Пентес. Все вроде правильно, но хочется его чуть посветлее сделать. Таким образом он у нас будет шершавый. А я не хочу шершавый, я хочу вот такой. Ладно, тогда мы пойдем с вами сейчас вот сюда. Возьмем определенную атмосферу. Вот такую атмосферу, допустим, да? Мне она не нравится. Вот это. Это лучше, но лучше нам взять панели. Панели они как-то более дают интересно. Вот, видите? Вот наши панели. Если мы пойдем сюда, вот она, вот они наши две панели, и мы можем их крутить. То есть сделать любой рисунок, видите, какая красота какая. Допустим, вот так. Но она слишком светлая. Раз забабахать. Давайте посмотрим, как она лучше всего будет себя вести. Вот на этом фоне она идеальная. Просто идеальная. Посмотрите, как блестит наш этот. Бриллиантик отдает там какими-то своими красивыми. Это вот так оставим, ребят. Пойдем вот сейчас рендеринг, возьмем большой рендеринг. Не знаю, можно PNG сделать, конечно, что будет прозрачный. Мне так нравится, честно говоря. Ну ладно, давайте скажем прозрачный. Или не скажем. Так, говорим рендер, да и все. Ну тогда нам PNG не нужен, нам тогда... А нет, если прозрачный нужен. Не буду делать прозрачный. Все. Рендер. И не PNG сделаю, а JPEG. Вот так. Знаете наших. Так, рендер. Пошел рендер. Вот что значит... JPEG и PNG. Вот смотрите, ребята, мы за 23 минуты с вами сделали полностью кольцо. Да, вот оно сохранилось. Мы можем сейчас пойти в Photoshop, сказать, открыть. Это находится в документах, как я думаю, в кейшоте, в рендеринге. Где рендеринг? Вот он рендеринг. И ищем это колечко. Вот оно, это колечко. Открываем его. Так, и видим, что оно очень красиво. Оно очень красиво, да? И вырезаем так, как нам нужно. Вот, допустим, вот так. 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 И вот так. Вот. Ну а далее еще мы можем поработать с этим. Коррекция цвета, да? Так вот. Более. Ну, мне кажется, вот на сером он очень красиво смотрится, да? Поэтому я его на сером и оставлю. Итак, шаттеры загружу. Заберите, пожалуйста. Все, то есть мы с вами сделали шикарное колечко, быстро, быстро, красиво. Это говорит о моем уже профессионализме. Ну нет, но им уже
увеличенном уровне. Я уже понимаю, что я делаю. Итак, я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, напишите, я буду рад читать ваши комментарии. Они добавляют мне феромонов этих самых радостей. Так что не лишайте меня. Все. На этом заканчиваем. До следующих самолетиков.